Распишитесь. Я сначала прочту. Что-то мне. Нет, вы сначала распишитесь о получении, а изучать будете потом. Добрый день, друзья. 133-й выпуск. Поздравляю. Сегодня я решил рассказать вам немножко о том собрании, которое было у нас 26 сентября, в котором Павлова, Кузнецова и компания пытались сделать такое как бы всеобщее одобрение своих выборов. Ну, вы помните, что происходило 26 сентября. У нас часть кооператоров вообще не вошли в эту зону, где проходило собрание. Часть вошли, и вот когда мы сделали подсчеты тех людей, кто был внутри площадки, оказалось, что там было не более 70 человек. Не более. Когда Павлова выставила данные о протоколах, вне о бюллетенях, вот у нее был такой протокол, на экране видите сейчас его, протокол номер 1, где указано, что было выдано бюллетеней 108 штук. Один бюллетень испорчен. То есть получается, что остается 107 штук. И дальше мы читаем вот те цифры, которые Павлова опубликовала в этом протоколе. Голосование за 101, против 2, за 92, против 1, за 99, против 3, ну и так далее. То есть максимальное количество людей, которые были за плюс против, это было 103 человека. Следовательно, у нас 4 протокола где-то потерялись. Можно по-разному говорить о таких вещах, но если взять, как делается вообще любое голосование, то вначале должна быть соответствующая комиссия, выбрана быть, счетная комиссия, которая проверяет эти протоколы. Вы помните, там было все очень сделано хитро, и было сплошное, скажем так, было сплошное нарушение процедуры, но счетной комиссии не было. Вот эти бюллетени, их моментально в ящички быстренько отнесли там в конторку и начали там где-то что-то делать, какие-то подсчеты, якобы. Я понимаю, что есть высшее образование, есть неоконченное высшее, есть среднее, есть неоконченное среднее. А вот судя по этому протоколу, что Павла нарисовала, это вообще-то похоже на неоконченное начальное образование, когда арифметика первого класса, она просто не стыкуется. Если вы говорите, что у вас были какие-то голосования, там, допустим, по интернету, по доверенности, вы должны были это все опубликовать. Вы ничего это не опубликовали. И те люди, которые приходили на площадку с какими-то там писульками, это, скорее всего, были писульки, сделанные от одного, там, двух-трех человек. Мы это все записывали на видеокамеры. Вот. И то, что у вас странным образом не стыкуются цифры общие с цифрами, как вы пишете, реальными, тоже непонятно. Ну и самое главное, никогда, нигде во всем мире голосование не происходит за и против. Есть еще строка, называется «воздержался». Это вот где в вашем этом бюллетене, вот я смотрю, нам предоставили, вы на экране тоже сейчас видите, бюллетень голосования на общем собрании, и здесь есть только две строки «за», «против», и даны даже образцы, как нужно голосовать, куда ставить галочки. Нигде нет «воздержался». Что это за такое голосование интересное, Павлова, Кузнецова, а? Расскажите населению, каким образом это вы голосовали. И даже если у вас были протоколы, допустим, не сданные или потерянные, вы должны были это все опубликовать. А так ваши цифры, которые указаны в протоколе номер 1, нельзя понять из этих цифр, сколько было реально сдано протоколов, сколько было испорчено реально, сколько было воздержавшихся, непонятно. Вот в этом вся ваша работа. Вот это, в этом вся работа последних ваших лет. Ну и плюс. Судя, я почитал буквально на днях наш устав нынешний, ваш устав нынешний, который вы лихо переделали, так, чтобы вам было очень комфортно работать. И в этом уставе есть, ну, сами помните, там есть такая интересная строка, что могут голосовать в случае каких-то там выборов, собраний, не все дачники, а представители
То есть там должно быть не менее 20 представителей. Кто-то из дачников наших за последние годы помнит такую фразу или объявление, где были выборы представителей, ну, допустим, по улицам, допустим, или по каким-то там группам участков. У нас таких людей не было. Не было у нас этих представителей. Поэтому если Павлова рассказывает и Кузнецова, что должны быть какие-то голосования, то надо четко указывать голосование кого и в какой пропорции, в каком проценте, как должно проходить голосование, какие должны быть бюллетени. А так это опять сплошная фикция. Поэтому, да, ну и самое интересное, что они сделали голосование как бы внеочередное, решив тем самым опередить оппозицию, которая хотела сделать сама внеочередное собрание. И они сделали крайне смешное голосование, потому что по нашему, вернее, по вашему уставу выбирается правление и председатель на 5 лет. Следовательно, ваши полномочия должны были закончиться вот сейчас, вот в мае. То есть в мае заканчивается ваш срок быть председателем. А так вот себе по этому протоколу номер 1 вы продлили себе еще на 3 года. То есть до 23 года. А вот как это понять? По уставу 5 лет, а вы себе продлили на 3 года. Это что, вы решили как бы продержаться еще 3 года? Или будете так каждые там полтора года продлевать на очередные 3? Вот это вот интересная ситуация с вашими уставами, протоколами и все, как вы ведете свою работу. Потом интересно, я нашел картинку на окне нашего правления, вернее конторы. Там был протокол такого вот голосования, то, что Павлова с Кузнецовой устроили, если вы помните, зимой, они сделали рассылку по интернету, по вайберу, и люди должны были отвечать на вопросы, такой как бы опросник был. И там были такие вопросы, ну то, что я как бы вижу вот реально невооруженным взглядом, даже не вчитываясь в остальные все пункты. Утвердить расходы за услуги охраны 0,6 ставки, ну короче, здесь охраннику 3600 гривен, количество охранников 3, за 130, против 16. Но здесь, кстати, уже была строчка «воздержались». Здесь, даже здесь Павлова с Кузнецовой нарисовали строчку «воздержались». Так вот, вы помните, да, дачники, что 3600 гривен охраннику, охранников 3, то есть это больше 10 тысяч гривен у нас в месяц уходило на этих вот бездельников. И еще они хотели сделать, утвердить расходы на услуги сторожа с оплатой 2000 гривен в месяц. И сторожей тоже 3. А вот вы можете мне как-то объяснить, что такое сторож, что такое охранник? Кто кого сторожит и кто кого охраняет? Или это просто так, знаете, дублируются специально службы, чтобы можно было побольше денег вытащить? И это все дачники из нашего бюджета, из ваших денег. Ну, а теперь следующий вопрос. Оказывается, очень интенсивно смотрят наши передачи наши соседи, люди из других кооперативов. И многие из них уже начинают звонить и задавать вопросы или давать советы. Но это, кстати, очень приятно, потому что говорят, что даже они многих вещей не знали, и вот мы смогли им раскрыть глаза на некоторые вещи. Ну, а то, что есть серьезная, так мягко сказать, антипатия к нашим руководителям со стороны других кооперативов, это уже проявляется довольно-таки, уже визуально проявляется, потому что многие вещи мне интересные люди рассказывают, не буду здесь как бы заниматься сплетнями, но тем не менее. И одна из наших дачниц рассказала, вернее, из соседнего кооператива, говорит, а почему это интересно, ваши дачники выбрасывают мусор не к себе в контейнеры, разбрасывают просто через свой забор. Или рядышком со своими дачами выбрасывают. Ну, я говорю, ну, к сожалению, здесь мы как бы не можем повлиять, это воспитание людей. Ну, что с ними сделать? Их нужно просто воспитывать или ловить за руку, когда они выбрасывают мусор. А если выбросили мусор, значит, бросайте его обратно. Ну, что еще делать? Как с ними бороться? Я сейчас вам покажу на экране картинку вот тех того мусора, что выбрасывается за забор наших дачников. Люди, хотелось бы, чтобы вы были все-таки в самом деле людьми. Ведь то, что вы
сделали, допустим, чисто у себя в огороде, у себя на участке, это все очень хорошо. Но подумайте о том, что рядом с вами тоже живут люди. И чем больше вы будете просто так вот по-хамски относиться к природе, тем меньше у вас будет возможностей потом дальше отдыхать, потому что этот же самый мусор разлагается. Этот же самый мусор потом попадает в сточные воды. Этот же мусор потом отравляет ваши же помидоры на ваших участках. Сами будьте немножечко, скажем, уважительнее к природе и воспитывайте также своих детей, потому что на картинках, я думаю, вы видите, там не только бутылки, там есть еще и детские игрушки. Может быть, кто-то узнает свою детскую игрушку. Это то, что касается вообще просто воспитания. Ну и еще один интересный, значит, вопрос такой. Я сейчас вспомнил ситуацию, ко мне подходил один из членов нашего нынешнего правления, и когда возникла ситуация именно с моей дачей, и меня Павлова с Кузнецовой незаконно отключили от света, хорошо, что мне помогли люди, и у меня сейчас есть свет. И один из нынешних членов правления подошел ко мне и спросил, а можно ли меня тоже подключить к тому источнику, к которому вас подключили? Я ему сказал, что я не знаю, как отреагирует глава соседнего кооператива на твой вопрос, но дело в том, что он уже знает, кто ты такой и как ты себя ведешь в кооперативе. Вряд ли тебя там воспримут как человека, которому стоит помогать. Поэтому, видите, ребята, уже слухи разошлись, и никто не хочет помогать тем людям, которые в нашем кооперативе помогают главным двум проходимкам, Павловой и Кузнецовой. Я же говорю, что не зря из правления ушли люди, одна, к сожалению, не по своей вине ушла, так случилось, что человек умер. Вот. Но вы должны понимать, что те, кто остался в правлении, или те, кто сейчас в правлении незаконно находится, потому что нет у нас процедуры перевыбора в правление человека, вот так вот взяли и выбрали вдруг ни с того ни с сего, эти люди должны в каждой бумаге, которую Павлова и Кузнецова принимают и показывают дачникам, эти люди должны расписываться на правлении. И в правлении должен быть протокол, чтобы потом мы, дачники, все вместе, все 432 участка, поняли, кто подписывал документы, на которые ссылались Павлова и Кузнецова. Потому что сейчас очень часто Павлова говорит, что это она не сама делает, это все правление. Так вот, правление, вы должны тоже понимать, что ваши подписи должны быть. Если ваших подписей нет и Павлова с Кузнецовой не публикуют протоколы, значит, это делает все Павлова и Кузнецова. А если ваши подписи есть под незаконными действиями, значит, и вы такие же самые преступники, как Павлова и Кузнецова. И выход у вас только один. Либо вообще выйти из этого правления, либо в самом деле разделить с ними ту вину, которая будет позже на них возложена от общего иска всего кооператива. Так что готовьтесь. Ну, а по поводу вообще ситуации на нашей горе. Ситуация такая, что я думаю, что рано или поздно мы, вот все люди, кто за то, чтобы к нам пришла совсем другая, хорошая, спокойная жизнь, мы будем благоустраивать свой кооператив. И планы по благоустройству, я думаю, что мы позже озвучим. А сейчас пока у нас такая ситуация, что похоже на Детройт в США. Это город, в котором развивалась американская автомобильная промышленность. И в котором был очень серьезный конфликт между белым и черным населением. И когда белое население покинуло город, город обнищал, заводы были закрыты, и в городе начала процветать черная преступность. Так вот, сейчас наша дача очень быстро теряет свою ценность. Люди покупают на наши дачи участки, либо не зная о ситуации, что у нас происходит, и не зная, с кем они свяжутся в итоге, либо просто по глупости покупают. Потому что вложить деньги, особенно в наше время, когда сейчас денег у населения крайне мало, в то место, где не будет будущего, где будет произвол, мало кто решится. Ну вот, так что, граждане-дачники, решайте, процветать там дальше или быть таким же, как Детройт. До свидания. Такого никогда в жизни не было. Никогда. Таких результатов не добивались.
председатель.